заодно пока проверю, как будет идти. Ну, вроде 60 осталось. Тут, думаю, 500, может быть. У тебя игра плавно идет. Ну, 60 написывает бандикам. Тут лог 60. Чё, все подрубились? Да. Чё, давайте Венус или Survival Pack я открываю? Давай Венус. Венус. Давай. Мне кажется, Survival там лучше награды. Да, мне кажется, блин, тоже, да. Не в том дело, там, короче, там просто определенных персонажей, типа там два персонажа определенных, а тут. Ебать. Она есть. Выглядит так. А на какой рарке? Она выглядит не шибко рарно. Там 5 звездочек. Но она норма, она просто прокачанная. Давайте тогда по очереди выкатывать Survival и Венус. Давай. А ты по одному покупаешь? Ну да, так мне интересней. Я просто пинтик сорвал. Опа. О, оно у меня есть. Давай махрен на YouTube, тебя забанят. На YouTube? Да нет, там просто ограничил максимум. Кстати, 4 рарки выпало с пакой FPS. О, золото. Не, золото это пэты просто. Оооо! Я потом на вот эти оружие, просто оружие прокачаю нормально. Нет, так, мне интересно, бандикам хоть хватает мой голос? А, да, хватает. А вас он хватает? Да, все окей. А как думаете, Dash Speed, Jet Dash Speed, это важно или нет? Тебя тоже ассист этот дали, да? Да. Я не знаю. Но он супер рарный вроде, да? Jet Speed не, это по идее Ну да, это шиф. Это, типа, о, карт маньяк, чички, чучки. О, мне кажется, да. Есть еще. Да, я не тоже его выберу. Ну я пока не так много открыл. Опа, красненькая. Опа. Это улов не очень. Пока что-то да, что там вот выпало и что-то пока не особо идет. Давайте справа налево следующий откроем, может. Прикольно будет. Опа. Это все. Нормально. Рёби трансформирована. Она типа когда трансформируется, у нее грудь увеличивается. Бывает. Ладно, надо справа налево то. Короче, с черной рубашкой и самые эти хорошие карты. У меня всего 3 пэта. Мне вообще пэты не падали. Мне кажется, там больше нет. Да, кстати, возможно, у меня. Зона открывать слева направо. Ну, артики неплохие, честно скажу. Опа. 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 Закрывай. У меня много Кагур, кстати, Гул-Гул нападала, я перепулю, короче. Опа! Последний откроем. Давай. Говно. Да, нормально. Хамура! Кайф. Это арт из этого, из Шиноби Версус. Вроде бы. Да, из Шиноби Версус. Это все было уж. Блин, Blizzard, take notes. Типа, тут брохает лучше. Реально, был бы Hearthstone такой же.
Просто поиграл, где часика два, уже вон сколько пак. Опа. Плохо. Так это обычно, по-моему, да? А, нет, три звезды. Опа. Шики, найс. Еще два пака. Нейрон активейт. Дай доджи, снова дай доджи, еще дай доджи, еще дай доджи был. Еще дай доджи. Кайф. Сейчас жду, короче, смотрите, Венус пак, блять, это одна дай доджи выпадет. Ее там не должно быть, там. Да, я знаю, я знаю, в этом урок. Собственно, первый эпизод открытия карт в Кагу, блять, Санран Кагура, Пич-Бич Сплэш. Где вы говорите, монетки можешь потратить? Вниз. Левая, самая вниз. Самая левая? Ты там был. Да, вот. А, вижу трейд. СССР карт. Ну, ну ладно, я лучше накоплю на СССР. Ну лучше ЮАР. Мне кажется. А, тут ЮАР есть, да, лучше на ЮАР такой. Ну тогда да, первый эпизод конец.